Sin gente. Pole sin gente. O sin gente es azuja. Здорово, идеальные. Альфа, 1963. По-немецки балакать. Деревья все наклонены. А смотри, эти сюда наклонены, эти туда, да? А что за фишка? С правой стороны деревья наклонены на юг, а с левой стороны на север деревья наклонены. Теплицы. Ветер спасает. Правда, это шарики. Родючая земля. Садих камней. Все белое. На правдах это шарики. Пустыня. Машины. Машины все. Все до одной, не растаможенные. Все на заграничных номерах. Ни одних. Ни один номера. Нету украинских, нету. Все не растаможены. Автобусы валят 200 км в час. Даже грузовики не растаможены, все не растаможены. Даже бензовозы. Бензовозы и те не растаможены. Самолет летит. Улетел. Машины не растаможены. Дороги идеальные. Деревья растут вдоль трассы. Возле каждого дерева есть капельная лента. Какие-то плантации, каких-то деревьев. Митсубиси или едет. Увеличение на максимум. Камера не дрожит. Автобус едет ровно. Максималка 90, автобус валит 180. Это 220. Какая-то машина непонятная. Везде камень и песок, и глина. Все белое, чтобы не нагревалось. Деревья в шоке. Растут в камне. Камень в шоке. В нем растет дерево. Опять машина не растаможенная. Все до одной не растаможенные. Хоть бы одна полоса растаможенная. Какой-то холмик, там дом. Столица, Оман. В раздолье больше людей, чем здесь. Местные цыгане. Также жить интереснее. Курс. У них тут динары. Один динар, $1.4. Видно, что свежие постройки, все только строится. Строится все одновременно. Весь город. Дороги идеальные, машины опять не растаможенные. Что-то продают из камня. Девяносто пятый бензин, 66 копеек. 66 копеек, 95-й бензин за литр их динара. Это получается, так, сколько? 80
центов, 80 центов, это наши, а наши сколько, 25-20 гривен. Бензин немножко дешевле, чем у нас. Машины преимущественно Toyota, Kia, Mitsubishi, Nissan, то есть в основном Япония, Корея, немножко Китай. В меньшей степени, по сравнению даже с Китаем, есть, ну там еще Hyundai, то есть Япония, Корея, Китай. Есть немножко Форды, потом идут немцы. Хотя этих всего наименьше. Хотел показать такси. В основном такси все двуцветные. Вверх там желтый, низ там другого цвета, там бирюзовый, например, там голубой. Все время такси-то в основном двуцветные, два разных цвета. Юбка. Юбка одна. Вверх другой. Знаки все на непонятном языке. Водителя не знают, куда ехать, читать, понимать. Знаки никто не понимает. Даже местные.